Воронеж, здрасте. Кстати, в Воронеже скоро буду. Ты такой прикольный, тебе надо хорошую девушку. Блин, мне надо хорошую девушку, реально. Добрый вечер, здрасте. Ростов, сердечки, привет. Солнечный Ташкент, ребятки, здрасте. Сегодня Лобнова Ване звонили, нет, жалко, Аня красивая девочка. Ну, а что делать, да? Леша, Антон в отношениях? Нет, Антошка классный парень, кстати. Привет, на похороны ты поедешь к Юрию Шатунову, ребятки? Завтра поеду по поводу венка, да, для Юры, 100 белых роз. 50 лет только диванные войска, Лех. Да, 100%, да. Если не ты, не смотрела бы Дом 2, спасибо, Дарью. Люкас. С кем заселилась в шале? С кем заселился? Я один живу здесь. Аня бы возвращаться нет. Как тебе эта замечательная комнатки? Добился чего хотел? Нет, Аня за мной не изменилась с Грантом. Да, она там ходит по свиданиям уже. Она не изменяла. Блять, ну я знаю, это у меня в квартире было, нахуй. Ну все, молчите лучше. Они бы возвращаются на проект. Не знаю, ей задать. Привет, Филюха. Перестань вестись на Брянскую. Блять, перестал вестись на Брянскую. Все, нахуй, не задавайте мне про него вопросы. Возьми меня туда. Адамант. Так, салям. Из Татарии. Татария, привет. Почему Алмыгин и Саймон не был на твоем ДР? Вы общаетесь? Да, общаемся, ребят, но вот так получилось то, что Саймон не смог приехать, не получилось у него. И Глеб тоже. Ты уверен, что Аня изменилась с Грантом? Данил, отвали. Насмотри, привет. Сколько зарабатываешь на доме 2? Прям сейчас вам сказал. Ведись на меня. Кто ты? Так, привет, Леша, вы скучаете за Берлином. Блять, скучаю за Берлином, за сыном скучаю. Скоро поеду туда. В сентябре уже поеду, ну, на 100%. Дубровский с кем? С Настей, которая с была? Нет. Да, Леша. Что да, Настя? Одесса, здрасте. Привет, Леха. Передай привет городу Конаково. Бля, слушайте, Конаково, я помню, у вас был в 96-м году. С бандитами ездили, короче, на ваш хладокомбинат, блядь. Рыбу отжимали, блядь. Пиздец, сколько времени прошло. 96-й год, блядь. Гром, Сергей, привет, привет, Сереж. Конаково, блядь. Тогда я первый раз узнал. Короче, у вас там есть бар какой-то был. Такой бандитский, блядь. Я... Пацаны затусили, я тоже затусил, короче, проснулся с барменши дома у нее. Ей было, мне было тогда сколько? 17, по-моему, блядь, а ей около 30. И она мне первый раз сказала, это первая была женщина, кто сказал, что у меня большой член, блядь. Да, получается. Не знаю, кому жизнь, всем людям. Почему с ним пишут, что тебе 45, вроде меньше? Если пойду к тебе на дом, а как думаешь, у нас что-то получится? Бля, я тебя даже не видел ни разу, не знаю тебя. Как у нас что может получиться? Ну? Юля домой пошла. Салют. Салют. Молдова, Щефач. У тебя один или два ребенка, все мои. Леха, привет, здорово, Ната. Кто ты по профессии? Я технолог, ребят, повар-технолог.
Ганс. Блин, я наоборот его сегодня отстаивал, Влада. Никто не блатует, с кем они сейчас, я не знаю. Узбеки, ребятушки, привет вам большое. Да, там, свидание. Минск, здрасте. Ты в шале живешь? Да, в шале живу один. Мне бы сейчас девчонку сюда, под бачок. Молдова, привет. Кристина самая лучшая. Отъебитесь, понятно? Грузия, привет. Лисовская, кто там такая? Ну, давайте поговорим с вами. Валерий Ульянов, Крис Прелесть, согласен. У тебя глаза красивые. О, что там за гостиница такая? Аня, имя как приговор для мужчины. Блин, ну не все же выгнали так. Причина скандала Крис и Вани выгнали. За какие качества ты ценишь Крис? Мы с ней очень похожи внутренне. Я люблю ее как сестру, родственницу. И сегодня хотя бы был сложный день, да, и я где-то обиделся на нее. Но Крис пришла, и мы поговорили, и нашли... Нет, с Юрой Шатуновым не был знаком, только по его творчеству. Кристина не стала противной, вы понимаете, вы путаете понятия. Когда человек влюблен, он совершает какие-то идиотские поступки, я вот по себе могу сказать, да? А Кристина никогда не будет противной. Если вы ее не принимаете, то не нужно обсуждать и осуждать человека. Поеду в отпуск. Леша Белый с Тиграном вместе, да. Привет из солнечной Чувашии. О, Чувашия, привет, ребятки. Гена Кукайры, Кумпултар. Короче, у вас в Чувашии в 90-х годах была такая бригада футболистов, бандитов. И я был знаком, имел честь и удовольствие общаться с Геной Сапожником, сапогом такой был, сапог у вас, Чувашия, бандит. Очень достойный человек, и посредством его благоразумия, чести и порядочности я много перенял от него. Не выгонит никто ее. Блин, а на проекте была девочка с брекетами. Где она? А, Адриана. Она в Волгограде. Мишаня скучает, по Аленке они общаются. У тебя есть друзья на проекте. Кто эти люди? Это Кристина. Безуса считаю другом, а Женьку считаю другом. Ромашова. Настя. Привет из Гусева, Калининградская область. Привет, привет. Херсон. Привет вам. Здравствуйте. Вы самый интересный участник проекта. Я так не считаю, но... Спасибо. Я не уезжал из Германии. Я туда приеду еще. Ты карлику накидаешь, детский такой. Почему ты этому карлику не накидаешь, детский такой? Часто наезжает на тебя. Ну, это по глупости он наезжает. Все, я его проводил домой уже. Миша Аминов осталось. Леха, привет, привет из Казахстана. Привет из Ашхабада. Скоро буду жить в Питере. Ура. Поздравляю вас. Казахстан, здрасте. Вечер в хату. Это из Екатеринбурга. У Вани с Крис, ребят, ну, у них все сложно сейчас. Там и моя вина в этом есть, короче. Ну, как кажется сейчас, покажется вам. О, Дагестан, саламчик вам всем, ребятки.
Блин, хочу в Дагестан. Очень гостеприимные люди у вас. В шале один живу. Самый высокооплачиваемый участник. Их 4. Нет, Катя не уйдет. О, кыргызы, привет, ребятки. Без Захарова нет, не скучно. Лёха, скажи, без он неправильно завел детскую кроватку. Не дай в Грузии, Лёш, с удовольствием, ребятки. Бригвадзе. Из-за Либерж. Да нет, Либерж здесь ни при чем. Ты веришь, что Ваня любит Кристину? Не знаю. Хочу пиццу твою заказывать в директ. Знаем, а кто четвертый? Точно очевидно. Предпочитаю читать. Ребят, я обожаю читать. Вы просто не представляете, вот за те 9 лет, да, из них я почти 3 года провел в одиночке, сколько книг было мною съедено взахлёб. Плюс это помножено на опыт, да, жизненные ситуации разные, которые происходили со мной. Надежда, что любит. Жень. В Сургут можете купить у меня 30-минутный интерактивный курс. Есть в шапке профиля. Блин, вы знаете, что в любви нельзя сомневаться. Да, 9 лет и 3 месяца. Просто насколько людям важны отношения. Я, как я считаю, да, ну ты не имеешь права менять другого человека под себя, да, когда ты сам не идеал. Я так раньше жил, я так делал раньше, пытался навязать там свое. Но, блин, у каждого человека есть свое мировоззрение, свой путь, который он проходит, да, вот эти радужные краски, где ты видишь там свои мечты, вот, ну, свое будущее в таком, иллюстрируешь его там по своему усмотрению, а когда тебе говорят то, что вот здесь ты неправильно нарисовал радугу, да, вот тут солнышко должно в другом месте быть, ну, это неправильно. Ну, в Сургут как привезут пиццу. Вы ее приготовите сами, в шапке профиля есть курс у меня. Не может присоединиться. Ну, не может, значит. Так, так. Вы тоже с Сургута. Я не с Сургута, я из Бурятии. А, так, Лёх, красава, что Илюша. Вы знаете, что, ну, Илюха повзрослеет. Он, может, еще придет на проект. Ну, вот, из бывших участников, что мы вернулись на проект. Кого не хватает. Да хрен его знает. Я вообще не знаю, кого не хватает здесь. Да я счастлив, Ахмедова. Это так умничка, спасибо, согласен с тобой, зачем? Да я сейчас, это не относится к Ване и Крис, да, это вообще относится к каждому человеку. В Чувашу можно, конечно, в шапке профиля. Есть курс у меня, 999 рублей стоит. Что случилось? У них такое, что же, видишь, любовь. Слушайте, блин, ну это жестко, конечно. Ванька заблокировал Крис в WhatsApp. И я думаю, что он разблокирует, остынет немножко, они поговорят. Ценишь свободу или какой совет даже? Слушайте, я свободу всегда ценил. Я даже находясь там был свободен, да, посредством книг я путешествовал, был в каждой части нашего света, плюс, закрывая глаза, я писал свой сценарий книги, мне было интересно, когда, знаете, вот такой момент, может быть, у многих такой присутствует, когда ты читаешь какую-то интересную, захватывающую книгу, и у тебя в голове вот эти все события ярко проходят. Я всегда любил
такое ответвление. Я сам создавал сценарий этой книги, да, закрывая глаза. Я, короче, проживал вот эти моменты, свои новые эмоции, такие впечатления, да, там. Я писал свою книгу, по сути. Это было все в голове. Я в деталях рассказывал, я видел эти диалоги. То есть у меня такой интерактив был. И посредством вот этих вот визуализаций внутренних я прямо, ну, не знаю, может быть, сейчас поднакидаю на себя, да, но я видел этих людей, у меня каждый человек там был в диалоге, и он говорил свои слова, и это было настолько живо, когда ты не хочешь, чтобы книга закончилась. И это была вообще новая книга у меня, я мог быть вообще в любой части света, даже находясь в неволе, поэтому это круто. Все достойны счастья, конечно. Ташкент, плов сделал. Ой, слушайте, я бы с удовольствием приехал. Питер, здрасте. С Уданой общаешься? Нет, с Аленкой сейчас не общаемся. Правильно говоришь, отношения. Конечно, нравится Шатунову творчество. Ты на моего мужа похож внешне. У вас хороший вкус, хочу сказать вам. Привет, Аша Фенбург, алло, шин. Любовь Глеба и Насти, конечно, верю. Ваня во вторник. А, к Шатуну идешь, ты куришь. Ребят, я курю, когда выпью только, блин, что за бред, да, не расстались. Нет, конечно, не расстались. Кристина, 100% друг мой. Городец, о, привет, привет, земляки практически, соседи. Не хочешь выпустить свой сборник? Вполне возможно, выпущу. Да какой Илья, ну чё, прекратите. Таллин, здрасте. На 7-й приезжаю в Турцию. Я вас поздравляю, что Пьер Нарцисс тоже умер. Блин, ну это вообще капец, конечно. Лёха, можно? Да нет, слушайте, прекратите. Ну. Санёк, привет, Глеб, здравствуйте. Нет, еще не стал отцом. Аленка, 29-я. Брянск, где идет? Нет, ну, спасибо Бог. Надеюсь, не пропущу твою свадьбу, блин. НТВ, привет из Молдавии, Щифач. Ты один в семье ребенок? Нет, у меня брат еще. Соля, люби, Леха, да. Ушел, эфир, где вышел. Израиль тоже с тобой. Привет, ребятки, шалом. С праздником, Мазель Тов. А, ребят, у меня нет любимых фильмов. Вы знаете, я вообще не любитель фильмов, не любитель сериалов. Вот один сериал я посмотрел за свою жизнь. А, нет, два. Леша, завести, ну еще с момента отъезда. Нет, сегодня заблокировал. Крис, Ваня не расстались, ребят. Ну хотя, не знаю. Обожаю, думаю, Леша, жги. Да, сегодня Ванька заблокировал. Да я думаю, что он остынет сейчас. Там просто ситуация была такая неоднозначная. Не хочу даже комментировать, но связанная со мной и Кристиной на конкурсе. Вот. И даже обсуждать ее нет смысла. Нулевой километр, ну, относительно неплохой фильм, да. Надя Картинг директор? Нет.
Что с Ильей? Не знаю, что с Ильей. Да, ко мне. Нет, Илья не ушел. Сам выгнали его. Надо тебе сделать это, Барсик. Пошли вы нахуй, мадам, за подстрекательство. Если честно... Так. Блин, ребят, вы знаете, взаимоотношения мужчины и женщины всегда непонятны для сторонних глаз. И Леша, борщ или рассоль? Конечно, борщ. Все они преодолеют, но я думаю, что если в таком формате все будет идти, это очень плохо. Крис, я вижу, как она разбита. Вот мы сегодня с ней разговаривали, да, там целый день. Ей очень плохо. Она не понимает, что происходит. Уедешь в Германию, потом вернешься? Нет. Про фильм. Про фильм я написал. Было ли там сложно, были ли издевательства? Не было издевательств. При мне за все 40 на моих глазах 4 раза убили человека, а так вообще все нормально. С кем мутить будешь, Леха? Ни с кем не буду мутить пока. Да вы мне уже пишете, Регина, но я вас не знаю. Какая нахрен девочка Регина, какие дети, ну... Дочку хочешь? Хочу дочку. И сына хочу. И своего сына хочу увидеть. Про детей вообще мне не пишите, блядь. Ну, я плачу второй день уже. Ну, блин, ну, надо проехать, может, собрать голоса. Да не надо ничего собирать, ну. А что, она ко мне на день рождения должна была идти? Я не понимаю, почему Ванька ко мне ревнует. Я ему говорил об этом, то, что ну, я не несу для него угрозы никакой. Прямо, ну, не знаю. Я достаточно, ну, порядочный человек, ну, во всех проявлениях. Я не позволю себе каких-то движений, да, там, по отношению к Кристине. Если я говорю, что у меня к Кристине дружба, и я не претендую на нее, у меня нет желания быть с ней вместе, да, ну, это надо принять, это так и есть. Да все у вас там по сценарию. Вам-то с дивана там виднее, конечно. Вы знаете, что если бы было по сценарию, я бы нахуй послал бы первый всех. Вот поверьте мне. Будь счастлив. Спасибо, Алена. Не знаю. Так что, девочки, отдыхайте. Тебя еще не выгнали, что ли? Нет. Не выгнали. Мурт. Как к вам приехать, попасть? Заключенный. Уже знаешь, что за ситуация, что-то серьезное. Да ничего серьезного. С кем Лео останется, если они разойдутся? Я думаю, что Кристина отдаст его Ване. Я с ней, у нее спрашивал на эту тему, но этот вопрос задавал. Никого не провоцирую. Негатив тебе, прям неприязнь по эфирам. Слушайте, я тоже замечаю озлобленность по отношению ко мне. Ну, наверное, из-за того жеста, из-за того, что я там голый стоял тогда за это, переодевался после бассейна. Не знаю. Да, Крис была красивая. Да тебя выгонят. Никогда. А таких, как я, не выгоняют, ребят. Я сам ухожу. И мне дадут шанс ведущую уйти самому. Хабке Хеот даст Брюмен Офт Граппа Легаль Верстфон Дойча Русофила Юра. Я Ахтиш. Ишкей Моган Нахан Натрауве Ишкешефт Ишкофа Дот. Große Pakete.
Wie sagt man auf Deutsch Blume? Zu viel Blume. Ja. Марго вернется, брат, откуда я знаю? В телеке такой милашка. Никак. Нет. Или уходит. Как дела, Лёшка? Отлично. Если есть желание, ты не можешь Безуса посылать. Не понимаю вопроса, напишите правильно. Не отпускаю тебя, Лёша. Старый хрыч. Да, блядь, не смотрите, ну чё. Блюменкранц, я так где? Блюменкранц. Не смотрите, я вообще бы заставляю смотреть на себя. Ну. Я вообще-то не хотел бегать, да? Это уже там меня Ваня подбил на слабо. Крис подавлена. Я ее поддерживаю как могу, но чтобы это не выглядело таким, знаете, как сказать, ну, давлением, что ли. Сейчас любая моя поддержка, да, будет восприниматься как негатив, да, там, со стороны. Вот любое мое слово, любая моя реакция какая-то, она будет Ване восприниматься неадекватно. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы у ребят была возможность договориться, поговорить, обсудить все. Да, естественно, но... Но Ваня меня заблокировал еще раньше, чем Крис. Поэтому... Крис сама ему сказала. Спасибо. С Аней медичкой, да. Она, ну, он по свиданиям ходит, там эхо по бокалам собирает, короче, ну... Винишко пьет. Леша, не слушай никого, ты охуенный. Спасибо, Алена, я знаю. Не бегай, люди нормальный проект смотрят, но кто-то говорит, что вы ненормальный. Конкурс был 4 дня назад. 3 дня назад. Блин, нет настроения уже третий день, как узнала, что ты уходишь. Да блин, да подождите, все нормально будет. Вас бели. А что на конкурсе было? Ребят, увидите. У тебя есть желание Безуса послать? Нет. Вы все, почему маму на проект не пригласите? Она у тебя все-таки красивая. Мама не хочет. Идеальный возраст девушки. Идеальный возраст? Ну, не знаю. Нет, с Юлькой нет. Фильм говорю с Данка Диа. Крис идет с проекта, если с вами не получится. Думаю, что нет. Почему не ответил Рыбакову? Что я ему не ответил? Я не видел. Мне ничего не твое. Ты настоящий на проекте за проектом. Смотри, бля, у меня, знаешь, что у меня нет градации такой, что, блядь, проект, не проект. Блядь, я живу вот как живу. Что здесь, что там. В этом, наверное, и ценность людей. Мария Кристина, что мы ее любим, мы переживаем. Хорошо. Так, ну что за ситуация на конкурсе была? Привет, ты крутой. Хао, Нагань. Не огонь. Привет, Кристина, спасибо. В шале живу один. Привет из Швеции. Привет, Лёх, скажи, как правильно. Алёнка хорошая, не тут не говорите. Любимая песня, нет такой.
Я не знаю, ищет повод или хочет расстаться. Спасибо, что ответил. Ты класс, немножко мог бы за проектом построить отношения. Конечно, могу. Конечно. Видишь, что нах Deutschland kommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, September. Ungefähr 14 September. Не с людьми общаюсь. Так бесишь, но ты очень интересна. Спасибо большое, Кристина. Так, вот белая. Конечно, пенсенс. Не, ну не говорится так. Ну. Девушка Брянская не пошла на проект? Нет, привет, с Турции. Здравствуйте, не хочешь с бывшей сойтись? А кто бывший? Ну, не сказал, про конкурс. Кристина рассказала, супер. Почему у нас Анастасия? Бывший муж Ульяны, красавчик пацан, чисто русский пацан, ему девушку другую. 100% Ульяна ему не подходит, она его сведет до дурдома, короче, доведет, а он ее. Самонина уже бы с двумя на свидание ходит, ну, поэтому. Привет, как дела? Он говорит, привет, нормально, что у нас вместе нет. Здравствуйте, правда, что купишь букет из 100 белых роз, ну и что, ну, завтра еду. Не знаю, как получится. Передай привет из Крала, пожалуйста. Леха, ты лучше, благодарю. У Кристины железные. Забей на этих дебилоидов. Слушайте, блядь, про Брянск вообще не задавайте мне вопросов. Ну, не хочу даже, блядь, обсуждать ничего про Анютку, блин, как хочет. Ну, давайте про Мишку Козлова поговорим. Мишаня вообще, он вырос. Как ты относишься к Гранту, твое мнение о нем? Грант добрый парень, обаятельный, по-своему придурковат. Любит жизнь. Иркутск, привет. Блин, вы знаете, что вот когда я говорю о Гранте, у меня всегда улыбка на лице. Он такой, знаете, самобытный, простой мужик. В нем нет подлости, злости. Это охуенно. А тебе нравится пара Миши и Алены? Слушайте, да. Аленку я всегда обожал, то есть за ее вот эту внутреннюю энергию. И Мишка, вот Мишка сейчас за нами, кстати, наблюдает. Но Мишка, вы знаете, он, как Миша стал встречаться с Аленкой, Аленка так расцвела, она стала даже ярче, прямо, ну, такой живчик, и в коллективе еще больше стала разговаривать, ее везде видно, она такая прям летает, парит. Да, Миш? Кто сегодня на голосование ушел, увидите, Леша, не осуждай, реально, ты классный чувак, живи, никого не осуждай, мне похуй. Крым, привет. Леха, Вигена, боже, смотрите, эфир с тобой, с моим интеллектом, ты же говорила, они с Клавой беспринципные. Слушайте, вопрос моего отношения к их парам, да, к их паре и их поступкам, либо характеристика человека, это вообще-то разные вещи, если вы этого не понимаете, то ну, зря живете. Мы можем осуждать человека за его поступки, да, а внутренний мир человека – это вообще две разные субстанции, такие два разных понятия. Здравствуйте, здравствуйте. Когда можно будет посмотреть твой уход? А ваш уход можно сейчас будет посмотреть. Ну, до свидания. Любишь Брянскую? Нет. Когда девушку найдешь? Не знаю. Скажи, смотри, да, или покину вас. 4 Людмила, что-то Миша тоже очень раскрылся с Аленкой. Да, согласен, Миша без тебя дома будет интересно. Блин, ну слушайте, нет незаменимых людей. Там Кристина Махана с Ваньком, не знаю. Бля, пицца у меня просто бомбическая, ребятки. Это просто кайф, это дикий кайф, очень крутой парень настоящий, у тебя все будет ток, я знаю, мне и так все по секрету.
Алёша, самое лучшее, только за тебя наблюдаю из дома 2. Кристина, спасибо большое. Ребятки, вы знаете, что огромное спасибо вам за сообщение. Я вот сейчас смотрю, так у меня, ну, вообще нет хейтеров, там, 1-2, там, в неделю, короче, это вообще, ну, нонсенс какой-то. Да, кстати, сразу пиццу хочется, глядя на тебя. Я ассоциируюсь с пиццей, это классно. Он на меня подписался, ворчливая какая-то. Не надо было Ленин бросить, не знаю. А ты знаешь, к чему? Давай замутишь что-нибудь на ТВ, что-нибудь это что? Клавы подруга, это фрики, гугу. Ночь, что Адеев собирает, горе. Кутузов вылез, не знаю. Может тебе открыть какой-нибудь YouTube канал? Можно. Помогите мне, кстати, с YouTube каналом. Давайте, давно хотел. У меня есть Шалфей альтер-эго второй. Вот Шалфей может ебашить всю правду, короче, про всех говорить. То, что он считает. Почему не живешь в Германии? Потому что сейчас на проекте. У меня с гражданства, или у вас был вид на жительство? Да, у меня он был фрист. Мне просто душка проекта только из-за Адеева. Спасибо, Чтуриков. Так, люди просто сходят за мной. Леха, иди к Ивлеву. Кто такой Ивлев? Не знаю. Давай помогу, давай помоги. За. Шалфей это просто разрыв. Очки бомба. Очкам этим, блядь, 18 лет, понимаете? Эти очки с первого дня проекта. Я к ней не подкатывал, вот она ко мне подкатывала. Шалфея давно не было, кстати, да, надо. Что, Лиана, татарочка, тебя обожаю, спасибо, татарочка, Лиана. Передай Крис привет, мы ее любим, спасибо, что ты так поддерживаешь ее. Так, ребятки, ладно, Леха, отвечаешь в личку. Ну, так бывает, да. Леха, завтра едешь отмечать днюху. Ребятки, нет, планы изменились. Короче, я не буду отмечать день рождения. Будет что-то новое, похороны. Не хочу в этот день праздновать, да. Там будет скорбь. Для меня тоже не чужой человек. Он, ну, так как-то. Ой, слушайте, да, мы сегодня супчик ели с Крис. Крис готовила супчик. И она покушала, все нормально. Лерка, нет. Так, доброй ночи всем. Может быть, я... Не, кстати, может, не уйду уже. С Крис обниматься и дружить, как раньше. Ну, блин, все нормально. Все, давайте письмо. Можешь показать поляну, пожалуйста, как у вас там делишки? Да, Юра, это легенда. Леха, привет, привет. Похороны будут в Москве, наверное. Но я не пойду, вот, ну... Да, в Германии дети остались. Так, по Наде скучаешь, скучаю по Наде. Кстати, завтра, может, с Надькой увидимся. Леша, доброй ночи, спасибо большое. Всех благ, всем доброй ночи. Удачи тебе, Леша. Грузия, привет, ребятки. Давай, Леха, пока на связи. Давайте, пока, Лешечка. Ребятки, очень приятно. Спасибо за добрые слова, за ваши, за комментарии, отзывы. А, еще хотел сказать то, что сейчас планирую открывать магазин, да. У меня есть уже вещи. Ну, именно вещевой, там женская, мужская, детская, может быть, интерьер, что-нибудь. Скину завтра информацию, посмотрите, скажите ваше мнение. Все, бай-бай.